наверное, знаешь, что мы сегодня в Благовещенской, и мы поделили территорию влияния, если это можно так назвать. В общем, Юра захватил у нас центральный пляж в станице Благовещенской, а я познакомлю тебя с жизнью на сегодняшний день, с диким пляжем. Заодно ты узнаешь еще одно место, куда можно приехать будет на своем автомобиле. Ну, как вы уже, наверное, догадались, если ехать от Малахита по прямой вдоль по улице Набережной, мы упираемся в такую вот парковочку стихийную, да, которую сами же люди и сделали себе, и попадаем прямиком на дикий пляж Благовещенской. Кстати, не путайте с пляжем Бугайской косы, это совершенно немножко другой. Даже путь не вдоль моря, а чуть-чуть выше туда, за полем, дорога. И она уже расположена, эта коса Бугасская, между Черным морем и Кизылташским лиманом. И ехать туда, кстати, намного дольше, чем сюда. Это вот дикий пляж Благовещенская. Честно, я особой разницы между Бугасской косой и вот диким пляжем не заметила. То есть для меня, что тут море уже хорошее с точки зрения, если оно чистое, да, и поплавать можно, и, в принципе, доступность хорошая. И там нормальная, но туда ехать дольше, и там сложнее с парковкой. То есть здесь, видите, есть возможность даже сейчас поставить в июне месяце. Даже летом нет особых проблем здесь с парковкой. Вот здесь у нас автокемпинг работает, карантин стоп. Там, кстати, на территории много машин, значит, кемпинг пользуется спросом. Кемпинг «Жара» называется, для тех, кто будет искать это место, вдруг они есть в интернете, что, конечно, маловероятно, но все-таки. Вот здесь вот еще стоп. То есть только, говорит, своим. Здесь вот пляжи, норматив куб. То есть, в принципе, если у вас автомобиль, кемпинг уже у вас есть. Я, кстати, не факт, что буду купаться не из-за того, что море может быть грязное, а из-за того, что там волны. Вау, вот это шторм. Температура воздуха, давайте остановимся на секунду, 26 градусов. Ух, какой сегодня здесь шторм. Самое классное время занятия кайтсерфингом, например, или вот там вот парапланы, по-моему. Слушайте, ну тут жизнь есть, это дикий пляж, это не официальный пляж, лежаки есть, вышка спасательная, шезлонги. Ну, единственное, что торговли пока не очень много, но люди есть, и это круто. Вон там вообще людей много на волнах катаются. Плавают. Волны сегодня вообще еще больше, чем вчера, кстати. Что-то страшно. И вот здесь есть люди. Вот я даже не знаю, окунаться мне или нет, потому что достаточно прохладная температура. Очень сложно будет потом согреваться, вот 25 градусов. Так, я, в общем, зашла в воду. Температура, как я и сказала, 25, но вода, кажется, на фоне отсутствия солнца прям... У нас что, похолодало, что ли? После такого жаркого периода неделя была просто жгучая, горячая. И посмотрите, как прохладно. Какие волны, волны. На них можно смотреть вечно, ребят. Бесконечно красивые волны. И, знаете, они действительно с большой силой прибивают на берег. И я, например, сегодня купаться точно не буду. По таким-то волнам это реально немножечко опасно, чревато последствиями. Поэтому мы с вами сегодня как следует замеряем температуру воды, но поплаваем, когда только появится солнце. Рисковать не хочу. Вода, в принципе, когда стоишь, привыкаешь, достаточно теплая. Лялька пищит, люди подтягиваются, берут шезлонги. Я удивилась, что даже вот в таком месте есть жизнь, но единственное, что я прям невооруженным взглядом вижу, что пляжи подзасраны. Море идеально чистое, а пляжи подзасраны. И это вот там вообще видно, очень-очень видно, потому что мусор вообще валяется. Я не знаю, как тут люди располагаются, но вот там прям, вот прям где показываю, мусор лежит на берегу.
Я сегодня столько кремов на себя, на лицо солнцезащитных нанесла, потому что когда мы утром проснулись, видите, было солнце и яркая погода. И вот посмотрите, что нам какие сюрпризы приносит погода сегодня. Пока мы доехали, а, кстати, время на часах без 15 час. То есть, ну что-то 2-3 часа прошло, но волнами, видите, непогоду быстро прибивает. Да, вот это шторм, вот это я понимаю, буйство стихии. Давайте о хорошем. Так, у нас 3 минуты уже рыбка плавает, еще минуточку и можем смотреть температуру воды. Чтоб у меня еще, не дай бог, что-то с градусником случилось, он у меня и так на одной веревке держится. Я сегодня, видите, его помыла чуть-чуть. Тут, кстати, мелкий ракушечник. Ну, знаете, 24 градуса. Вода, столько же и воздух сейчас. Реально 24 градуса. Поэтому, когда я выхожу с моря, я не обсыхаю, а как будто замерзаю, потому что температура одинаковая. А все равно люди купаются, людям все нипочем. Загорают, ну, пассивно загорают сегодня, не сказать, что прям под открытыми лучами. В общем, на этом все. Вот такой дикий пляж Благовещенска. На самом деле, когда погода солнечная и нет таких волн, это хороший пляж. Вот он мне нравится. Единственное, что мне не нравится, что в этом году очень-очень много мусора, прям чересчур много. На этом точно все. Всем пока-пока. Пишите комментарии. С вами была Светлана. До новых встреч.